Блин, не тому отдал. Котенок, отдай телеграмму только. Вот это рульца. Так, на замену кто хочет 3 плюса? Котенок, токен героический, который вот с профа. Чипсы ты на замену хочешь, да? А что за заметка такая? Еще плюс, кто на замену хочет? Два раз мы решим с Байера сейчас. А что, вчера? Короче, приор свой смотрите. Тут что-то забрать не может. Плюсуйте на замену. Мне надо еще два слота. Я могу назвать. Нет, ты шипышка. Да. Миша, поставь портальчик. Это в рейд хочешь закинуть? Байеров мы берем. У меня два нормальных. У Фарада вон за Аркусом. Ага, моего паладина, значит. Посмотрели, как мы будем сейчас вайпаться. Нормально сейчас будет. Перенаска кому в рейде нужна? Кто там по приору может взять? Чем переноска отличается от прилива? Ничем вообще. Носить не может. Не все классы. Там меч, а тут дробяшка. Вот и я смотрю, что что-то разницы не вижу. Нет, там в статах нет разницы вообще. Только лишь возможности ношения.
что, Антонидас СВО или мне в СВО? Антонидас. Дискорд спрашивает. Хотите ли не гоните? Дайте шкаф. Короче, мой сдохнет. Он говорит, я по тактике не очень, хотя вчера рассказывал, что он заебись по тактике. Так это же с гильдии маг, нет, что ли? Да. Ну, по- еще пока да. Ну, в смысле, а что, он хуёво не знает, что делать, что ли? Нет. Блять, поставил бы на себя метку, за тобой бы бегал, да и все. Он вчера говорил, что он пельмени на профил ловит. Ну, тут-то нет пельменей. Тут похуже есть, блядь. А не надо. Пельмени есть, которым может и на танк кинуть. Ну да, пельмени еще можно выхилить, а чуму уже вряд ли. Ой, не чуму. Курнение. Комната также. Да в комнате пофиг. Будет бегать. Блин, а кто третий байер? Сейчас, подожди. Эдвард, потом? Давай ты потом это попишешь. Ладно, все, короче, третий байер, нафиг, другой рейд пойдет. Аф там обновлять и пулить будет. А кто третий? Он тот Теренаску хочет, то Дмитрию потом, нафиг его. Вопрос, кто был? Кто хочет который... Теренаску? Байер какой-то, представьте, рыба, погнали. Кто на боссе, кто на трэш? Войд на боссе, Коват на трэше. Данидас, ты в сове. А у меня шмот... У нас сау нет сам, Войд. Ну и лети, бери, значит. Тебе не хватает места в сумке, чтобы носить два комплекта? Они коломаются, чиниться дорого. Мне только шмот от танка стоит. Ты его постоянно используешь, именно весь этот шмот? Потом сейчас сразу весь отдашь, ёд он. Смотрите. У тебя там сумки по 8 слотов, что ли, или по 6? Да, ледяные сумки. Чем по 6, блядь. Зает, по-моему, за сумочку, да, дается? Или за что там? Чек, на баф на пул. Ну, отделение, сумка. Сейчас там Антонидас прилетит. Уже по... Заходи на локал, блин. Запускай. ДД мало. Угу. А точнее 4. Милли рейд. У кого-то заблокирован приглашение. Ну плюс один. Сумонти адванс. Почему Даркс не всегда? Кирка нету, Танати нет, и пончика нету. Так, кулаки у вас остались, нет? Байера перекидывал кто к нам в Дискорд, нет?
Не надо. Я ему сказал, что сдох. Ну, я своего. Дон Жуан в гостиной сидит. Киньте его сюда. Сейчас запускаю. Учитывая, что тут 4 вара по 30-ке дает, вообще похуй. Шаманы предстоит баллы, вы на дисплее, не забывайте поем. Скажи по 4 вара по 30-ке. У нас только 2. За то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Один вар вон на маге маскируется. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить. Нямка вызвался дисплеить. И пусть удача всегда будет на вашей стороне. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в жизни, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил наш турнир. Махи, Рейда, дайте кнопку. Аман. Блять, а где маг? Он умер. ЗД передвинулись. Два процента до базы вроде.
Данилис, поднимешь этого донжона. Может, пускай лежит. Что нам хлопает? Это совсем бесполезно, что ли? Блядь, я же поднимаю, еле шустрее. Никого поднимать. Дон Жуан. Пал. Так, что вы сейчас туда летать? В монетке кто? Я. Дэшки, бейте печеньку. Ромбик, захиль, треугольник, захиль. Все, пропало осквернение. Сначала лужа. Центр не налейте. Там кто-то стоит в центре хилит. Ну, понятно, да? На танке. Вернее, я 2 секунды. Блин. Печеньку разверни, да. Блять, вы уже так не разбиваете. Бежать не успел. Захильте печеньку. Ебать. Сюда идите. Шторм поднимает Даркиса. Гимн на хп, гимн на хп. Пал печеньки. Печеньку бей. А, там подохли все. А все уживает. В центре зачем лужу лить? Сейчас тупо из этого упали, блядь. Уже в центре лужу налили. А куда ты бежал, стоял на месте, пацаны. Быстрее баф обновлять.
ящик на пол. Кулак подыхает. Лап. Что кулак бафнул? Ты каску бафнул, да? У меня там каска есть. Кулак бафал пан. Блин, у вас двое есть, разберись как-нибудь с бафом. Нарти, чё раздало? Норси, давай каски по всем. Кават кулаки МП5. Чек на пул еще раз. Так бензином, у кого книли каски бафать? Сначала одну нарисовал, потом вторую. Похрену, чего не хватает, то и добафаешь, неважно. Запустил босса. Неужели прибыли на... Вы по шаманам дайте? Кто осквернение разлил по центру вообще? Немк. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель... Блять, у нас вообще заражение. Может пробегить. Сейчас ловушку. Я
Да, может рейда выйдете случайно. Кончилось, что ли? Боу. Я руба. И норням кидайте. Ром. Ну, сами помогите. Ёбаная хуйня, это вообще не так сильно. Печенька хил. Сейчас вернение будет. Да таргет там похильте, шаманы, пау, что происходит? Падаем. Сам он сделал. Мы по селу не проходим, мне попросило. От ДЦ что-то я щитков почти не вижу. Вообще не абсорбится нихуя. Я сейчас два раза до 10к падал. Пришел конец. Есть но... альтернативный вариант, я могу шторму аккаунт свой дать, он на РШами в соло все захилит. Ну, компания плюсу на этот, на замену может. От моей девятки тут толку. Две замены сделал. То сейчас буду. В добро там. Антонидаса еще кого поменял? Пристада. Да, пристаю Антонидаса на враску. Что там это? Ты котенок.
что, всем вот этим миликам надо, все, лич этот нужен. Так у нас на замене РДД нет. Миликам чипсы же есть. Есть приор, бой. У Undead Worm есть приор. Я за кинжалами на успех. Они никому не нужны, я спрашиваю. Ну, рог нет успеха, если это рог спрашивает. Думаю, чипсы больше даст. Че, чипсы офнус или что? Хуй знает. Мы не можем пойти просто в 6 хилов? А при чем здесь все 6 хилов? Салюс, а просто 6 минут остается. Новый, как получить? Но у нас есть люди, которые бьют... У нас был ДЦ, который, от которого вообще, не знаю, абсорба не было. Люди бьют 6 тысяч. Одного поменяли, на второго... Который поменяли. Прекрасно бы хил выглядел на их месте. И чипсы где? Ну, Линка нет. На кого ты его менять собрался? Андервоу, на чипсы нет? У него, по-моему, DTS Package, по-моему. Суманите меня? Охуя, я в десятке по хилу. А зачем, типа, и менять и меня, если у нас дело там не в ДД? Они прохилили эталон заражения. Я вот это просто понять не могу. Если честно, 6к ДПС, это, по-моему, блядь, для ХМ-ки вообще ни о чем. Но это с таким, блядь, ДПСом, по-моему, грубо как-то проходить. Не 6.9. И когда я сюда там ушел, я специально там спросил, то есть мне понимаете. У тебя на первом поле 8к ДПС, на этом меньше 6. Ну так мы сейчас умерли из-за моего ДПС, я вот и просто у вас всего сейчас вот задаю вопрос. Возмущаюсь из-за этого, но ты сам должен понимать, что для лича, даже в реале Т4, меньше 10к это плохо. Даже для обычки мало. Вы сейчас там его поменяете, и от заражения там и так же будете умирать, а проблема он так и останется. Причем тут ДПС, я вот этого понять не могу. Больше ДПС, меньше хилить. Тебя на замену отправили, или что ты вообще возмущаешься, я не понял. Нет, ну я просто не понимаю, там зачем постоянно говорят, что типа там таунта на замену. Говорят и говорят дальше, что ты еще в рейде находишься вроде бы. Так, Мак, ну, вопрос, да? Сапрот сейчас кончится. Просто смысл брать что-то на успех. Возьмите да, Ангель, блядь, дополнительного 6-го хила, нахуй. Будет нормально, блядь. За место в роли. Сначала вот надо мэн. Пиво ждем. Лага. Сапрот 4 минуты. Отлично, пьешь из своего кармана. Кого-то ждем, да? Чем можно выйти пока, да? Можете покурить несколько минут. Мы ждем ДЦ его. Нет, вот в каш. Парада. У тебя рейндж скиллов с талантом 42. Вы доебались до меня, Локи. Не, интересно просто. 36 и 40. 36 и 40, точно, понял. 41, вернее. До лича я могу попасть только когда под Т5. Понял, понял. Я просто помню, что ханты и фаермаги могут бить лича, не стоя в зиме, да? Обычные фаермаги, которые через фаербол, они могут и так доставать. Я через ожог не могу. Когда там Саброд тикает, можете офнуться. На самом деле, там не так много прям по нему заходит.
Ну, типа 1400, наверное, на нем не бывает. Ты Вага прочел личку? Нет, я релогался. Возьми вон, в замене сидит Ангель, блядь, дополнительного, блядь, ДЦ, нахуй. За место нужен дополнительный все. ДЦ, сейчас бил из ФК выйдет и все прохил. Шестой хил как бы не поменяем, блядь, и рейд будет нормально держаться. И так минус одного бьем, потому что Макс обрыва прыгает, блядь, там чуть-чуть делает. Так, хотя пойду-ка я в банке кое-что посмотрю. У меня один вопрос, кстати, вот у нашего танка. Я один хуёво слышу у всех-то. Кого? Ну вот, кто сейчас говорил, танк. Ты вообще не слушай его, хуйню хоть несёт, блядь. Сам с собой, что ли, разговаривает? Так, блядь, я даже не понимаю, что он говорит. Там просто микрофон хуёвый. Или лагающий интернет. Говорит, банки там что-то поговорят, если тебе интересно. Ну да, кстати, вот у меня звук такой, короче, как будто микрофон лежит, блядь, в ведре и в туалете в него. Я отойду на пару минут. Примерно как-то вот так вот, блядь. Ты что там взял? В кружку, блядь, положил микрофон, Давай, Йотна, рассказывай что-нибудь. Хуй знает, какие темы тебя интересуют? Да любые, но... Хочешь, тебе расскажу, что такое голландский штурвал? Давай, рассказывай. Ты когда-нибудь на Волге, на речке кидал с рук людей вот так вот? Чего делал еще раз? Ну вот, знаешь, допустим, два человека берут, и ты берешь себя за запястье и товарища, понял? Вот так вот перехватывается, у вас получается квадрат. Чтоб человека подкинуть вверх. Нет, не делал. Вот. А это, короче, тема. Смотри, два человека становятся друг напротив друга. Ты одной рукой берешь себя за член, а другой друга за запястье. И получается, что вы как бы дрочите друг друга. Это называется голландский штурвал, датчхельм. Я даже не буду спрашивать, откуда ты это знаешь. Я бы сразу не сказал. Ну, кого мы ждем вообще? Я не могу понять. Задраган. Мы ждем ДЦ Задраган. Че, он говорил что-нибудь вообще? Не знаю. Он плюсовал в рейд, вот ушел в ВК, нихуя он не говорил. Пять минут, короче, курим.
Ты можешь вообще, ты, ну, по штора 250 просто дать и, блядь, выкинуть с рейда его. Босс убить хочешь или не очень? Желательно побыстрее убить нахуй и съебаться отсюда. Вы Райс убили, что ли? Гениально. Нет. Как ты куда-то съебываться туда собрался? Меня ждут, блядь. Что, закладки сами себя не раскидают по городу? Слышь, Розовый, а ты где был, блядь? Так разница какая. Мы тут, сука, профа убивали, а ты, сука, там где-то свакаешь ходишь, нахуй. Он там не подошел случайно? Пиво, ты кто? 2.5 часа профа били, что ли? Пиво. Там мы еще профа убили. Если еще на платформе. Пиво тут. Пиво тут. Может, курит? Он вроде раздуплился. С АФК вышел. Я, короче, пропустил там, я не знаю, кто кому дрочит, что там, давай. Заходите в игру все. Шторм. Иду. Эдвард, если потом могу скинуть, короче, у меня где-то есть каналчик в Телеграме, там дохуя видосы про как этих закладчиков хуярят, которые магазин кинули. Всегда есть что посмотреть. В смысле, пиздят? Ну да, там в Телеграме каналы, то есть вот эти, понял? Ты же когда закладчиком, блядь, идешь, ты там паспорт свой закидываешь. Так. Шторм, заходи. Да они не магазины, блядь. Швырять её, ну и людям дают денег, которым, блядь, потом резиновыми палками ноги ломают. А делают это они с видеоотчётом. Видеоотчётом, блядь. Да ты мне тоже скинь, я тоже посмотрю. Окей. Суета коварная. Чё там, пиздят жёсткий, говорят, извиняюсь, там, какой-нибудь, блядь. Чё, минут до конца прерыва, придут как раз за пулем. Я вон что-то одну, блядь, недавно смотрел, так угорал, там, короче, чувака с бабами хуярили. Чувак и так от тузинга лежит, но чувак спрашивает, как ты идти можешь, что такой, да, могу. Такой, ну, походу, я тебе-то еще и ногу сломаю, блядь, давай у меня хуй резиновые палки, блядь, ногу мне хуй отшибать. Интересно, ты видео смотришь, блядь. Блядь, кому-то нравятся собачьи бои, блядь, вот мне нравится, как наркотик пить. Ну, по сути, долбоёб, да? Ты, по сути, совершаешь преступление, еще даешь челикам, блядь, себя идентифицировать. Ну, это нормальная тема, я считаю, блядь. Вообще отбитые ребята. Блядь, 90%, блядь, квадмэнов. А какой смысл смотреть бои собачьи? Ну, это собака... Кому очень нравится. Какой смысл тебе играть, вот, блядь, такой же и смысл, блядь, смотреть собачьи бои. Ну, блядь, одна собака победит другую собаку, и чё, блядь?
Блять, а тут один нарисованный герой победил. Блять, ну так же люди, как футбол смотрят, хуй знает, там, теннис, еще что-то. Просто соревновательные элементы. Чек на пол. Я понимаю, люди там хуярятся, это, блядь, совсем другое. Блять, люди даже петушиные бои смотрят, где птицы хуярятся. Тоже нормально. Двух тараканов дома поймай и бои устрой. Таракани. Есть таракани и бега, бои. Да, таракани и бега, вот это охуенно. Можно 10 крыс в бочку спускать, оттуда выйдет крыса-терминатор. Рота перепейте, у кого кончили. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел себя. Не могу допустить, чтобы ты часть... Во, вот это уже дыхтая. Да, сразу видно. Не в том дело, что прохил есть сразу же. Да. Full рейд, full over, да. Энжи поднимаем Будапешта.
Блять, вы что, не видите, куда бежит? Кровать, блядь, или кровать. Да, шторм, поднимай кровата. Я так и делал. Там, да. Кроват, вставай, я чё не косил. Веру. Кават, забери босса, Войд, подними Даркис. Поднимаю. Сбежались. Пусырь, бурстаните, разбейте. Краю встаньте кто-нибудь. В рамбе бревно. 3 секунды отвернули. Видел, как я спас. Брать полечу. Не улетят они? Улетят. Валик, бейте. Оба бьет леща очень долго, а сбейте уже. А ты его не бьет никто, вы, блять, валик бьете. Ну, лучше, чтобы не улетели люди в валик. Пацан. Сквернение. Дим, сейчас на маму дает пойти. Куда, Будапешт? Ты куда?
Да, блядь, вы оскорнили, не думал, что он переведется. Гонишь? Шамана, лужи. Бля, с лучом выйдите, пожалуйста. Вы и так охуевар. Дэйвил Факс, суета. Второй дух. Понял. Дэйвил, сорвешь. Может это... Джуэн же там БР будет через комнату. Поебанный шаран ты поиграл. СС есть, Локи? Шары из рейда. Шары из рейда. Адвант, есть СС? Смотрите, как мир рушится. Пять секунд, СС, кому кинуть? Каску по локам. Давай по Энджи. Я выйду. Телеграм, что с мамой? Если всех тотем открыть, поставь. Энджи, Будапешт поднимешь. Бегаем быстрее здесь. Сверки перефазу. Налево. Иначе, как и я, будете навек порабощены.
БР ближайшего кого? Штурм. Даркис поднимешь. Еще раз кого? Даркиса. Даркиса поднимем. В лужу не бегите. Через 9 секунд БЛ откатится. Заш, сразу. Блять, тут один дух был. Зачем ты этот зубы, да? Даркис, вставай. Вернение сейчас будет. Жаждет крови. 2% осталось. Yep. Налево. Быстрее прибежали. В углу стоим. Бегите под духами. Бегите, бегите к трону. Спускаются. КЦ вагон. Вы величайшие герои Азерота. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг. Осуждаем. Сильнейшие из моих слуг пали под... 17 минут, Берса. Сгорели в пламени вашей ярости. Да, мы без тебя мучились, не могли убить. Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Возможно. Бати Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни!
Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! И вот я знаю, как лев предался мне и не дрожат они. Два фалика. Нормально. Топ лут, блядь. Это нормально, нахуй? Именно нет? Тогда, когда я не на варе. Именно тогда, когда я не на ханте, блядь. Корогом попрёт, блядь. А короче, мне надо на минут 15 отойти в магазин. Пошел там. Два руги, блядь. Самое нужное, рука выпала. А че, ебаница портал двора? Смешно. Нет, не рога. Сейчас вага все встану, скажу. Ну, 9 это, конечно, топ. Вся отдаю. И Аркус не выпал. Да, в РСХМ летим. Че, не поищи не дальше?